Большой привет всем зрителям моего канала, я очень рада приветствовать вас в этом видео, и сегодня я снимаю для вас долгожданную мотивацию на уборку. Этот ролик будет состоять немножечко из нескольких дней. Дело в том, что я начала снимать вам мотивацию на уборку еще 2 дня назад, но так получилось, что у меня прям совпало несколько факторов, которые мешали съемке. Во-первых, заболела Ульяша, причем так с высокой температурой, она себя очень плохо чувствовала, и это, ну, естественно, требовало моего внимания, и было не до съемок. Во-вторых, у нас было очень пасмурно, где-то очень плохое освещение, и это тоже не способствовало съемке, плюс постоянно разряжалась камера, я ходила ее подзаряжала, но кое-что я сняла, и вырезать я это не буду, вернее, я вставлю эти кусочки в это видео, потому что в этом видео я, можно сказать, занималась декором, в общем, пристраивала свои покупки для дома, которые вы видели в прошлом видео, это декоративные наволочки, покрывала, в общем, текстиль. Также мы повесили шторы в кухне, и вы это увидите в этом ролике. В общем, сегодняшняя уборка не будет еженедельной, ежедневной, ежемесячной или какой-то еще. Это будет уборка по желанию, по настроению, легкая уборка в радость. То, на что обращу свое внимание, то и буду делать сегодня. В кухне я планирую попылесосить, помыть полы. Также мы украшали дом к Хэллоуину, и какую-то часть украшений я уже убрала. Они лежат в пакете, в коробке, какая-то часть еще осталась. Убрать этот декор, потому что скоро будет рождественский новогодний декор. Приступаем. Начинать свою уборку я буду с того, что попылесошу и помою пол. Хоть это и не совсем логично, но я люблю сначала сделать ту работу, которую я делать не люблю. Мне почему-то так психологически легче. Ульяна целенаправленно раскидала собачий корм по полу. Ей почему-то показалось, что так собакам будет вкуснее. Так что сначала собираю его. Как я и предполагала, я вернулась к своему любимому набору для уборки от Веледа. Ведро с педальным отжимом и швабра. Цвет, правда, теперь такой насыщенный зеленый вместо красного. Когда я покупала другую швабру, ну, как я и говорила вам в видео, скорее всего, я еще приобрету и этот. Хотя та швабра тоже неплохая, но мне все-таки больше нравится педальный отжим. Он, ну, как-то попроще и удобней. И пол сегодня я мою с мистером Пропером, у меня это горный ручей и прохлада. Если покупаю мистер Пропер, то только с этим ароматом, раньше он назывался Ampipure, сейчас наклейку Ampipure убрали, просто горный ручей и прохлада. Мне больше всего нравится Майны Либо для мытья пола, он разводов не оставляет, нейтральный запах. Но когда мы ездили в магазин, Майны Либо не было в продаже, поэтому мистер Пропер, он тоже неплохой. Open your eyes, let's get it done. Take my hand, just follow me. Shadow me, I want. Oh, the sky is on fire. The lake has turned to a golden sun. Oh, I'll never get.
попылесосила, помыла пол, сейчас буду убирать все лишнее с кухни, по большей части это хэллоуинский декор, и буду складывать просто в пакет, а потом уже в конце, когда по всем комнатам все пособираю, тогда уже буду аккуратно это складывать и убирать в дальний ящик. I'm done with the defense. Throw back and climb over your fence. Had to show you that I was a mess. So you. В качестве средства для уборки я буду использовать самодельное чистящее средство, состав которого подсмотрела у Алины. Оно отлично работает на большинстве поверхностей. Понятно, что оно не оттирает какие-то очень сложные загрязнения, но столешницу, фасады, диваны, кожаную мебель, стулья и там какая-то часть, верхняя часть, да, унитаза, раковину, смесители на ежедневной основе, справляется на отлично. Я сделала таких два, одно с эфирным маслом и второе без эфирного масла в составе для стеклянных поверхностей и для стекол и зеркал. Точные пропорции я оставлю в описании под видео. Здесь вода, уксус, спирт и 15 капель эфирного масла у меня сладкого апельсина конкретно здесь. И я использовала вот такую бутылочку от средства для мытья посуды от Kielta, потому что у нее невероятно крутой пульверизатор. Shrugging your shoulders, some closed off. That's what I told you. Soon enough, everything started to change. 'Cause there's no going back, no going back. There's no going back to your own life. Now living in the past, we're over that. I'm feeling it tonight, riding on the dizzying high. В гостиной я распаковываю свои покупки из IKEA. Это пледы, декоративные наволочки и внутренние подушки. Вообще, если честно, то с внешним видом гостиной у меня как-то не ладится. По причине того, что где-то должны храниться вот эти большие игрушки типа машины, лошадей. И как-то выбор пал на гостиную, и все это... не смотрится в интерьере. Плюс мне не нравится наш диван и кресло, но менять мы их не планируем в ближайшее время, по крайней мере. Также я пылесошу этот самый диван. К нам недавно приезжала свекровь и останавливалась в гостиной, но она там спала. Диван раскладывается, и дети с ней там играли. Естественно, они натащили... Чего только не натащили, и крошки там на этом диване, и игрушки, бумажки, в общем, все было в гостиной. В принципе, мне нравится то, что получилось. Единственное, мне не хватает еще двух наволочек декоративных, двух подушек вот этих серых и пледа на второе кресло. You're like a circle that floats around me, keeping me safe and sound. And when I fall, you've tied a rope to me.
blessing me every day. I was down with an illusion, like a sparrow with broken wings, but now I shine with your reflection on me. I'm getting back up on my feet. Для детской комнаты я купила Cotton Balls, показывала их в прошлом видео из Fix Price, и я буду крепить их на крючки от Command. Я их давно уже использую, они у меня и на двери висят, и новогодний декор я креплю с помощью этих крючков. Смело могу вам их рекомендовать, потому что они практически незаметны в интерьере, и сами хорошо держатся, и хорошо держат то, что на них крепишь. Я их прикрепляю во внутреннюю часть кровати, так их вообще не видно, при этом надежно закреплена сама гирлянда. As long as I got you, I was running from myself those days. Always breathless, search for something safe. And then I smashed into that golden face. For the first time, I don't run away. We danced together till we got it right. Ups and downs through many days. У нас уже наступил поздний вечер, 11 часов ночи, Ульяна спит,
Потому что так бывает всегда, когда я снимала для вас уборку, плавно наступил обед, нужно всех кормить обедом, убирать кухню после обеда. И вы часто спрашиваете, делаю ли я перерывы, когда снимаю мотивацию на уборку. Да, конечно, потому что я не могу себе позволить целый день убирать без перерыва, просто потому что у меня есть дети, мне нужно с ними поиграть, в чем-то им помочь, покормить. И я могу себе это позволить только в тех редких случаях, если мы кому-то там отвозим детей погостить на день-два, но это бывает крайне редко, может быть раз в месяц, может быть и того реже. Поэтому, конечно, какую-то часть уборки я делаю в одно время, какую-то часть уборки в другое время. Но, в общем, не об этом. Сейчас я буду готовить два блюда. Два блюда — это громко сказано, просто у меня муж себя плохо почувствовал, и теперь он сидит на диете, я вынуждена готовить ему отдельно что-то совершенно диетическое. Поэтому для этих целей я воспользуюсь медленноваркой. На Озоне купила себе такую кастрюлю. Это медленноварка, если вы не знаете, электрическая кастрюля, которая готовит при очень низких температурах, на быстром режиме где-то 3-5 часов, на медленном 8-10. То есть с вечера я загружу сейчас все ингредиенты, и утром будет готова еда. Во-первых, это экономит мое время, я не буду следить за приготовлением пищи, а во-вторых, по идее, вроде бы как обещают производители этих агрегатов, при низких температурах гораздо лучше сохраняются витамины и полезные вещества. Поэтому мужу я сейчас буду готовить в ней. Так, я подготовила почти все ингредиенты, кроме картошки, потому что я ее люблю резать непосредственно уже в кастрюльку, чтобы она не чернела. У меня здесь куриное филе, нарезанное такими небольшими, не маленькими кусочками. Немножечко зеленого лука, по идее его тоже не надо. Морковка, нарезанная на кусочки, и болгарский перец. Совсем немного присолю, потому что соль тоже нельзя. Я просто представляю своего мужа, который привыкший есть совсем другую еду. Дать ему сейчас не соленую курицу, он сойдет с ума. Заливаю немного водой. Ну вот так, то есть воды даже не видно. Ставлю кастрюлю в медленноварку. Накрываю крышкой и включаю на медленный режим. Получается, до утра. Все, а сейчас я займусь другим блюдом. Не могу сказать, что я поделюсь с вами каким-то неизвестным рецептом. Мне кажется, все знают этот рецепт. Скорее, я вам его напомню. И он также имеет множество названий. У нас он называется рубленые котлетки. Здесь у меня мелко порубленная курица. Не фарш, на кусочки. Сыр. Немного зеленого лука. Также мне понадобится одно яйцо. Сметана или майонез, я использую сметану, и мука до такой консистенции, чтобы можно было слепить котлетки. Вот такая примерно консистенция мне и нужна. Я сейчас пожарю свои котлетки на растительном масле. Пожарю вот столько, сколько поместится в сковородку. Потому что мужу я поставила готовиться отдельно. Еще сварила говяжий язык, рис. И еще у меня на месте тушеная капуста, которую я готовила вчера. В общем, наготовила, чтобы завтра уже не готовить. И спокойно снимать для вас новые видео. А нам этого с девочками хватит. За глаза, остальную часть я, наверное, заморожу.
Так, все, с готовкой я управилась, теперь буду заниматься уборкой. Никак не могу приучить своих домочадцев сразу ставить посуду в посудомоечную машину, потом приходится все это загружать самой. Got me up all night, putting things on the side. What do you have in mind? She's awake all the time. What are you trying to find? I hope this ain't a lie. 'Cause I'm vibing with all we have. Yeah, I'm feeling what we are now. I'm laying down on the ground. All I do is thinking out loud. Yeah, I'm vibing with all we have. I'm feeling what we are now. All I do is thinking out loud. 'Cause I'm running with these emotions, stumbling out of bed. One hell of a roller coaster. You're messing with my head. I'm ending up so clueless. What are you trying to find? I'm running with these emotions. Tell me, what do you have in mind? Attention, you make me nervous. In the corner of my
Девчонки, у меня садится батарея. К великому сожалению, я буду заканчивать это видео, а сама буду доделывать домашние дела до конца. А с вами до встречи в новых роликах. Спасибо, что посмотрели до конца. С вами была ваша Лиля Власенко. Всем пока-пока.